Эгей, ребята, всем здравствуйте, с вами Олег Огненный, и мы продолжаем игру Art of Conquest. Ну что ж, в прошлой серии мы с вами провели большую, так сказать, большую работу, открыли большую часть карты, да? Чё за загрузочка? Ты чего это? Не хочешь прогружаться, что ли? Ох, ё-ё-ё. Вы этого не видели, честно. Так, давайте вернемся. И открыли большую карту, поставили кучу исследований и тому подобное. Я записываю игру подряд, поэтому можете заметить, что у меня замок еще не достроился. Так, давайте-ка быстренько на лечение и возвращаемся к себе. Ну что ж, здесь мы уже были, здесь нам уже делать, как говорится, нечего. А что вот это вот значит? Был значок, значит. Это что это? Россия. Я выбрал именно королевство Хирал, потому что здесь, как сказать, сказали, что это лучше всего подходит для русскоязычных игроков. То есть здесь русскоязычные игроки играют, например. Ну, конечно, я вижу, и китайцы играют, и из других стран, но в основном русскоязычные играют здесь. Поэтому, как говорится, и выбрал данный сервер. Ну что ж, давайте продолжаем свое путешествие, свое исследование. Вот и первый раз, когда нам пришлось потратиться на лечение. Так. Хорошо. Убрались кто? Ага, убрались они. Но мне нужно вот этих вот как-нибудь выставить. Мне нужен еще один герой. Которого нет. Которого пока что жалко нет. Давайте игра отстрел. Так, слабо наносит урон. Отстрел пока что. Лучше будет лучше. Замечательно. Просто превосходно. Так, заработали опыт. И идемте дальше. Да, господи, ты что это прогружаться? Или из-за того, что я видео загружаю на YouTube, у меня поэтому что? Ну, ты даешь, конечно, вообще. Так, здесь у нас 10 уровень, да. Так, по карте. Вот, мы шли сюда. Мифриловый рудник. Рудник, а не родник. Родник это с водой связано, а рудник это связано с рудой. Мифриловый рудник. Замечательно. Так, здесь мы уже были. Давайте сразимся с этим. Ух ты. Не хочу. Пока что не хочу. Где мифриловый рудник? Карта. Ага, чуть выше надо было, да? Ага, вот так-то. Ага, все. Так, вот, а давайте вот с этими гномами сразимся. Кто это такие вообще? Что-то шахтеры, наверное, да? Первые, первоначальные воины. Наверное, сильные. Ну, своим ХП и так далее. Сразу же подавляющий огонь. Замечательно. Превосходно. Так, давай-ка подосцеляй-ка все. Все, исцеление идет. Бегите, тросы, бегите! Смотри, какие они толстенькие. Сейчас посмотрим на них хп. У них, наверное, хп за 1000. Сколько долго хп за 1000? Так, победа за нами. Ну, 970, кстати. Боец ближнего боя. Выносливый, имеет отличную защиту. Но атакующая способность невысока. Хотя, вот они и они, ну, так сказать, уже разница есть. Хотя, у меня же 24 солдата, а у них... О, хер моржа. Я говорю, точно русские здесь играют. Он же уже, понятно. Так, давайте с ними сразимся. Ой, такой звук классный, когда они готовятся к бою. Красота. Все, вперед. Ну, сразу убили нафиг всех. Сразу же прыгай, оглушай всех. Прикрывайся, да? Красота. Так, исцелял, давай сюда. Замечательно, все просто супер сделано. Блин, все же... Тут по-дурацки так сделано звук, что в бою он такой громкий. Я ничего не смогу сделать с этим. Меня вроде бы слышно в какие-то моменты, когда я, например, говорю так спокойно, да, размеренно. Меня можно не услышать, вы даже не поймете, что я хотел сделать. Так. Опыт героя увеличивать.
Слушай, ну давайте вот тебя. 10 тысяч. Да-да-да-да. Есть. И... Отлично. Превосходно. Так, что у нас здесь? Поехали, сражаемся. Первоначально такие вот серии я буду записывать, а потом уже, наверное, буду записывать самые интересные моменты. Хотя тут все интересно. Изучать новые места, осады, города и так далее. Все классно, все интересно. Посмотреть, как нужно правильно сражаться, как нужно правильно вести в бой противника и так далее, что лучше качать и тому подобное. Считайте мини-гайдами, что ли, да, для своего же дальнейшего прохождения. Всем советую скачать данную игру, поиграйте, не пожалеете. Как говорится, часика-два можно уделить данной игре в день, а может даже и более. Так, здесь у нас все продано. Давайте сразимся с енотиками. О, какие енотики-самураи, а. Бедняжки. Высота и прыжок. Хай! Дай! Так, подлечимся. Офигеть, промах, промах, то есть видите, еще... Как интересно, то есть они сражаются, мои-то еще промахиваются. Вон чё, вон чё. Блин, классно, хочу, хочу, хочу. Хочу этих солдат. Хочу этих солдат. Боевое рвение. Нанеся противнику тяжелый урон, да-да-да. Я сидел прокачать их, да, как говорится, они станут вообще смертоносными просто. Так, лечение завершено. Еще есть, у меня еще 8 солдат ранено. Так, поехали. Здесь все строится, строится, изучается. Ну, то есть сейчас нам основная, получается, основной момент ходить по территории, собирать опыт, сражаться с противником и не более того. Может, что-нибудь еще интересное найти? Вылечить. Может, найдем что-нибудь еще интересное. Здесь сейчас сразу за раз. Ну, блин, еще нет никого. Поехали, прыжок. Ду. Кто? Один. Один остался, блин, там. На тычку-то, блин, даже не на тычку, не знаю. Дуни, он распадется на куски. Так, что у нас здесь? А, вот руины Мозина. Видите, то есть. А находим новые места, и тем самым, как сказать, сражаемся. О! Я так понимаю, маги будут тоже мощными. Мощным противником. Со своими грозовыми разрядами, да? Они либо меня замедляют, либо меня замедляют река. Скорее всего, меня замедляет река. Справились, хорошо. Маги, конечно, да. Так уж против армии ничего не попрешь. Но смотрите, троих смогли завалить. Троих смогли ранить. Это, конечно, стоит... достойно уважения. Так, замечательно. Превосходно. Так, забираем себе все, что здесь лежит. Сражаемся, сражаемся, еще раз сражаемся. Я думаю, наверное, серия будет... Да нет, где... Ну, сражались, уже прошло 8 минут. Так, обстрел. Замечательно. Сразу же лучники. Так, исцеление. Как у вас там все нормально? Хай! Почему это енотики? Я не понимаю, почему именно енуты? Так-то много кого можно было этот... сделать звероподобного, да? Ну ладно, енот так енот. Поехали, бандиты. В руинах Мозаина. Вперед сражаться. Сразу же автобстрел. Сразу же. Вообще красота. Так, прыжок. Самую гущу событий, да? Тщательно. Так.
Стрелы сюда. Так, нужно подлечить. Лечим. Да, копеечки, копеечки. Фигачит, смотрите, да, как хорошо копеечки фигачит. Сколько мне их завалили? А, не копеечки, это этих завалили? 21, офигеть. Сколько опыта получил? 2000, да? Неплохо, 2 с лишним получается, да, Хорошо, так. Наш инженер тоже улучшил. 2200. Так, превосходно, в город. Лечение завершено. Вот еще нужно лечение. Поехали. Вон 24 солдата, блин. Офигеть. Вот вам и... разбойнички. Которые нам просто так пендели дали, блин, вообще. Так, по войскам. Что у меня там с войсками? 36, мне даже не хватает на двух. На два отряда. Ладно, ничего страшного. Так, розовый сад, Мардим, тихие поляны. Так, ящери войны. Ну, короче, сейчас нам вот пятый уровень нужно, чтобы открывать вот эти вот территории. Открыв эти территории, мы будем там еще что-то делать. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего особенного. Так, с эльфами сражаться, да, типа? Так, а вот давайте, так, это кто? Элитный гусар. Ага. Интересно, пойдемте сразимся. Сразимся с элитными гусарами. У нас все так же. Да, давай-ка вот. А, вы такие, да? Понятно. Пока я их выведу, пока у меня лечится. Подожди, нет, не ты. Так, тебя убрать и тебя выставить. Во. Да? Да. Все, вперед. Ну, здесь они, конечно, сейчас их вообще получат по полной программе, как мы их завалим. А здесь будет... убирать стрел. Пушку чё, копейщиков. Сразу же легли. Наверное, никого даже не завалили у меня, да? А, нет, завалили двух лучников, ты посмотри-ка. Ну ладно, завалили, завалили, ничего страшного, как говорится. Так. По сути, вот можно всех вот этих развалить. Далее. Так, вперед. Что с ними сразу же мораль? Поднялась как быстро, а? Интересно. С чего это так вдруг? Так, хорошо. Да, блин, капец моих этих мечников разносит только так, в путь. Вообще по девятке, по восьмерке, ну, погибает, конечно. Да, неприятно это. Так, забираем. Так, по карте. Куда мы еще можем сходить? Давай, Сюцкую впадь. Я же ходил, даже не смотрел вообще на карту. Не смотрел, что здесь есть и так далее, да? Вдруг что-нибудь интересное. Вдруг где-нибудь найдется какой-нибудь, ну, ресурс. Вот, например, такой вот ресурс, да? Оп, чуть-чуть эликсир. Так, здесь мы уже были. Так, что вот у нас здесь так? Вот, вот, например, да? Вот скипетр. Накидка. Вот нужно сражаться. Получать накидку, чтобы наши герои были еще мощнее. Так. Вылечить. Поехали в бой. Так, пират стрел сюда. Давайте, лечите быстрее всех. Чего уж. I told you not to mess with me. Все равно два когда-нибудь завалят. Двоих где-нибудь завалят. Так, заберем наши ресурсы. Так, по героям. Так, по предметам. Давайте лучше сразу предметы искать. Так, космический скипетр. Замечательно.
Но это на вьюгу, то есть на герой, которого у меня пока что нету. Хотелось бы, конечно, его получить. Вега, книга, что это у тебя? А, это. Так, это у нас что? Плащ убийцы. Не нашли. Кедровая палочка. А что у тебя за предмет, за скипетр? У меня, наверное, лучше скипетр, чем то, что я и хочу сейчас одеть, да? Кедровую палочку. О! Они готовы! Вперед! Убейте их! Убейте их! Ну, видимо, обстрел чувствует. Так. Утр, человек, нормально. Главное, нежити нету и хорошо. Ну, хоть русские. С русскими хоть можно как-то разговаривать. Понятно, да, дело. Так, прыжок. Умри. Так, огонь. Превосходно. Всё замечательно. Блин, все равно громко. Бесит. Надеюсь, привыкну как-нибудь. Так, кучу хп. XP. XP дали, да? Ну, давайте вот на утро посмотрим. А, нет, 5 уровня. Человек. Человек 7 уровня. Так, по карте. Карта. А, задание вот у нас. Ага. Разведать землю за туманом. Да не могу пока что изразведывать. Нечего разведывать. Отражение манит вас из пустоты. Да, манит еще как манит. Так, ладно. Так, что у нас здесь? Так, 3 минуты. О, замечательно. Замок 5 уровня, наконец-то. Замечательно. Так, улучшаем сразу же казармы. Все. Так, а здесь у меня очередь стоит? Нет, не стоит, кстати. Ага. Тогда лучников давайте все потихонечку начнем метод лучников улучшать. 26 минут максимум могу улучшить. Ну, ускорить, ладно, неважно. Вот давайте сразимся с этими. Со скорпионами. Да, принцами скорпионами. Это большие, так что копеечки сейчас против них вообще. Вон, что, смотри, какой урон. Это вообще. Ничего не смогу сделать. А, все-таки лучше ближний бой вытаскивать копейщика. Сейчас поменяем местами. Копейщики наши все. А уже этих, так сказать, мечников назад. Это понятное дело. Даже 2 погибло. Вообще. Так, в город. Ага, так, лечимся. Так, нет, не возвращение. Так, скипетр забираем. Так, что у меня по груз ресурсов доставлен? Замечательно. Так, по карте. Ну, еще походим, да, посмотрим, может, что-нибудь еще найдем. Так, давайте атакуем. Так, строй один. Но сейчас я, получается, я убираю этих копейщиков, ставлю вот этих вот. Ага, здесь у вас. Так, меняемся местами, поехали в бой. Нужно, чтобы это были вот такие вот серебряные копейщики. Будут серебряные копейщики, вообще будет замечательно. Так, прыжок сразу же. Месть. Красота. Замечательно. Так, исцеление. Лечите в Абёхе, лечите. Я же вас для этого и нанял. Чтобы вы в Абёхе лечили.
I told you not to mess with me. Так, замечательно. Ни один, кстати, не погиб. А, он один раненый. Ладно, это не страшно. Так куда ты? Родное королевство Хирал, обычный скользь. Да-да-да. Это Сюдская пать. О, кстати, а что это у нас? Крепость. Золото, древесина, максимальная численность войска. То есть... Ага. То есть можно в крепость вступить, там все такое. Так, ага. О, копеечки второго уровня пошли. Вперед. Ну, можно мне, по крайней мере, сделать передышку и прокачаться. То есть время. Я же сейчас записываю все подряд, тем самым у меня первого уровня и так далее. То есть слабенькие отряды. Как таковой. Так, вот так. Так, лучников давай-ка. Ну, какие тут еще мощные какие лучники, а? Так, исцелялку давай. Замечательно. Красота. Вечно бы на это смотрел. Но вечно не хочется, у нас всего лишь полторы минуты. Так что нормально. Так, хорошо, победили. Сколько получили опыта? Около 2000, я так понимаю, да? Нет, 1300 всего лишь, смотрите-ка. Так, лечение завершено, но я так понимаю, нужно еще. Да, вот один у меня воин. Нет, стоять. Карта. Поехали, изучаем новые регионы, да? В новых регионах новые противники. Ну и понятно. И ресурс, конечно же. Так. Есть. Вот. О, уже. Серьезнее противнички. Изучим. Бой. Сразу же огонь. Так, прыжок. Так, отстрел. Сюда в центр того, прям сейчас идут. Погибнем, блин. Так, офигительно, как ты убили его? А, наверное, это, ну, типа там какой-то крит в голову был, наверное, что-то того. Жалко, конечно, но ладно, фиг с ним. Битым все равно победим, но герой погиб. Вот первый раз у нас герой погибает. Да это у меня, конечно, миллион раз погибает. Бес, вообще. Третьего уровня всего лишь. Всего лишь третьего, представляете? За хорошую защиту, ты посмотри-ка, а. 1500, конечно, да. Мощный дяденька. Замечательно. Ну, хоть заработали все, что нам причиталось. Так, Центос, я так понимаю, это город нейтральный, да, который нужно атаковать. И сколько тут? Каждый из этих городов стоит атаковать. Древесина 100, золото 100. Армия гномов. То есть, атакуя этот город, мы... То есть, тот, кто победит, то есть, чем больше городов мы здесь уничтожим, и тот, кто атакует главную крепость, тот, получается, присоединит эту территорию к себе. То есть, к нашему королевству. Так. Так, школу тактики, кстати, да, надо строить. Так, не город... Подожди. Город. Ага. Что у меня? Строится один. А что? Алхимический центр. А школа тактики в очередь есть? Нет, нету. А, я уже поставил, да, в очередь что-то? Ладно. Вроде что-то поставил, правда ведь. Так, пойдемте плужный дол. Так, разведать. О, сразу же. Ага. Замечательно. Так. Серьезные противники, кстати. Ниндзя эти. Это я? Ага, так. Орлиный бугор. Так, магия. А, нет, подожди, это руна. Это руна этого. Опыта. Не хватило, ничего страшного. Так, забираем денежки. Так, и химроза еще осталось.
да. А хотя можно, да. Почему бы и нет? Чё с ним не сразиться, да? Сейчас как раз и вылечим нашего Руфина. А, он забыл, как зовут. Забыл, чё страшно. Так, огонь. Есть. Так, исцеление. Давайте быстрее уничтожать. Нужно качать и еще раз качать. Без прокачивания войск своих, от же отрядов, своих героев, бесполезно. Я достиг за 3 часа. За 3 часа, то есть, да? Даже не вкладывался ничего. Ясно дело, если бы я, например, сейчас деньги закинул, был бы быстрее. Ну, вот все за 3 часа всего лишь, то есть. Игра дает о себе знать, что она очень хорошая. Вот, кстати, можно сразиться с кем-нибудь. 9 уровень, 26, 3000 всего лишь. Ну, да, необходимо 4700, да. У меня столько нет, может, у меня строй всего лишь дает мне 1500, да. Поэтому мы уходим. Ну, подкопив, так сказать, силы, мы сможем сюда вернуться и уже будем сражаться. Поэтому вот к этому нам надо и стремиться. Так, отлично, источник. Чего? Нет свободной дороги из столицы в город? То есть нужно вот эту территорию открыть, да? Понятно, жалко. Жалко, что не получилось, ну ладно. Так, груз доставлен. Замечательно, так, разведка. С ней пока не хочу. Сильные девочки. Чуть-чуть мифрила нашли. Так, забираем золотко. А здесь у нас руины Мозина, поехали. Да-да-да, я слышу ваш боевой клич. Ну и вы услышите мою решимость. Так, сразу же град стрел. Есть, прыжок. Умри. The enemy has lost their pain. Так, исцеление. Превосходно. Ну что ж, справились. Ага, один серебряный копейщик погиб. Не погиб, а получил ранение. Ничего страшного. Говорится, все сейчас сделаем. 2 часа чего-то там. Ускорение изучение. Не изучение, а уже забыл, как называется. Так, град стрел, призвать мастерство, обжигающее аура. Давайте град стрел улучшим. Чтобы посильнее наносил урон. Так, карта. Это у нас кто-то еще там находится, кстати. Какие-то странные такие эти пометки. Я вот их раньше не видел. Химру, возможно, сюда переехать. Ага. Так, еще одну вылечи. 40 секунд. Так, что у нас здесь? Так, забери вот этот ресурс. Вот этот ресурс. Так, колодец. Все получается, да? Только вот 7 уровень нужен. 6, 7. Больше никакой. Так, зеркало пустоты мы еще не заходили. Рынок, ничего нету. Ну, вот как бы и все получается, да? Вот на нынешний момент мы выполнили все, что хотели, все, что нам дало выполнить свое. Пройти подземелье 30 минут. Ага, так, что у меня? Так, 500 очков, кстати, дали. О, ранг, замечательно. Виконт, о, замечательно. Наконец-то сможем дополнительный герой газового некромана, да? Пускай будет он не самый сильный-то, если честно. Ну, как сказать? Герой хороший. Вот сейчас можете посмотреть, да. У него способности поднять нежить, аура страха. Ну, вот, наверное, аура страха всех войск. Ну, понятное дело, то, что даже моих.
Жертвоприношение скелетов интересное. Мастерство скелета. Ну это да, часть силы бессмертного. Ну и получается тут... Путал поднять нежить и бездушная плеть. И все, бездушная плоть даже. Так, космический набор. Ну, нет, плащ. Плащ убийцы, книга. Пускай будет выносливость, скажу, ладно, ничего страшного. Че, блин, бузишь ты? Ты че бузишь? Так, давайте ему дух до уровня их поднимем, да? Три уровня сразу дали. Так, есть. Еще один уровень дали. Так, еще один уровень. Ну, до седьмого, чтобы все вместе были. Шесть. И семь. Есть. Замечательно. Теперь мы повысили свой силу своего отряда сейчас. То есть мы же будем еще сильнее. Силу нашего войска. Сейчас нужно... поставить нового, то есть нового героя. Вот так вот там. Добавляю дополнительного героя. Раз, два, три, четыре. Вот у меня я могу выставить вот один отряд и еще один отряд могу выставить. Но один отряд кого? Еще этих? Жрить, что ли, сделать? Так-то да, один отряд бы жриц был бы неплохо, если честно. Ну ладно, давайте тогда пока так. Они вот бегут, то есть... Жалко, что они все-таки ударяются. О! Союзные юниты, тем самым как бы снижается их скорость и урон. Ну вот жриц я бы, конечно, поставил. Это еще, правда, один отряд жриц сделал. И лечение, и урон. И уже будет хорошо, можно будет уже качать вегу в жриц, чтобы у нее урон увеличился. И урон и хп. Так, способности вот. Вот обучение жриц, да? На 2 и на 4. Все. Так, поехали в город. Так. Где у нас собор? А чё, где собор? Блин, у меня же собор еще нету. Блин, точно, точно, точно. Жалко, жалко, у нас же еще нету его. Ладно, ничего страшного. Пока так походим. Но уже, как вы можете заметить, серьезнее мы стали. Ну, давайте. А это кто такие? Ближний бой? Серьезно, блин, красота. Серьезно, чувачки с ближним боем. Ты классно. Так. Чё, кого исцелять не надо? Ну вот надо, по сути. Исцеляйся. Есть. Неплохо, неплохо, мне все понравилось. Я кое-что подумал про этот обстановку. Ну, как сказать, расстановку своих. Сейчас поменяем. Так, есть. Заберем наши ресурсы, да. Кстати, вот еще механоиды. Очень интересные механоиды. Вот. Стандартный мех. Используя мастерособности урон вражеским гигантским воскам. Ближайшим воскам. Ой, прям интересные такие прям. Так, атака. Ща, и поехали. Так, строй. Один. Вот так вот. Вот так вот. Я же могу вот так-то сделать. Блин. Серьезно. Серьезно. Ну, блин, ну капец. Ну как так-то? Ну, 4 вот. Получается 5. А им надо 6. Я вообще не понимаю. Пока пускай будет так. Ну, это капец, конечно.
Так, ну-ка оглуши-ка их. Оглушить. Есть. Так, по исцелению. Давай-ка сюда. Long live Silverwing! Ладно, справились. В смысле, да ладно, справились. Блин, понятное дело, что мы справились. Так, вот так. Ну, пока что так-то вот все. То есть мне осталось только ждать. Вот еще вот захватывать территорию. Как его? Как это называется, получается? Цвет, получается, серый, это нейтральные земли. Я, получается, совсем сейчас на другом сервере нахожусь. Кстати, нахожусь на другом сервере, потому что на моем сервере территория Undertale была, принадлежала вот эта территория. Принадлежала вот им. Я доходил до нее. Ну ладно. Так, ну что ж. Давайте вернемся в наш... Так, где наш город? Так, мы же в розовом саду. Да, в розовый сад возвращаемся. Так, это... А, тихие поляны. Нет. Тихие поляны нужны. Мне нужен в розовый сад. Так. Город. Так. Вперед. Город. Так, в очереди строительство идет. Здесь в очереди у нас... Так. Все замечательно. Серебряные копеечки ветерана мы сделали. И поехали изучать дальше лучников. Так, сколько у меня есть? Да, есть. Так, ускорим. Так, есть. Есть. Замечательно. Так, есть. Ой, замечательно. Сейчас еще и лучники ветераны будут. Так, и здесь уже... Ага. Хорошо. Так, получается, если у меня 38, значит, я могу здесь ускорить. Замечательно. Так. Сколько ты стоишь? 20, да? Ну, я бы одну построил бы. А, блин, не могу. Нету просто места. Так. Так, да, вот. Наших копейщиков я улучшил. И... Так, строительство. Так, по строительству. Школа тактики. Хорошо. Так, 8 минут, я думаю, уж можно ускорить, да. Так, хорошо. Как мне тут ставить? Улучшить. По сотне, конечно, так себе, но пускай. То есть, мечники и в защите, и в нападении хорошо. Так. По 8 минут, я так понимаю, у меня есть, да, ускорелка. Так, быстренько выполняем наше задание. Так. Так, больницу на второго уровня, конечно же. Есть. Так, алхимический центр, важный момент такой. Так, ага, все. Кончилось. Замечательно. Так, поехали, по войску. У меня 12. То есть мне нужно сейчас еще 12 и 36, короче, мне нужно всего. Всего мне нужно 36. Раз, два. Да, 36. Пока что 36. То есть, ну, 24 мне надо. Нет, 24. Ага, так, раз. Мне достаточно ресурсов. Мифрила нет, серьезно, вы что, издеваетесь, что ли? Блин, капец. Нужно будет его искать, ладно. Так, по героям у нас что? А, газу, а что? А, способность. Сила бессмертного. Нет, я уж, я жду от тебя этот, другое. Так, ладно. Что тут сообщение приходит? Кучу-кучу сообщений, которые нам как бы не нужны пока что. Да? Так, вот сюда. Мне нужно вот этих вот чувачков сюда засовывать. Вообще. Чтобы обезопасить свой город. Но это я буду делать уже чуть позже. Потому что я сейчас пойду искать ресурсы. И я так понимаю, войско теперь мне вот эти вот копейщики как бы и не нужны. Если честно. Да, ведь мое войско состоит копейщик, копейщик, мечник, мечник, лучник, лучник. Две кавалерии, двое жрецов. То есть вот такие вот дела. Ну что ж, ребят, давайте на этом с вами остановимся. Как раз прошло 40 минут. Мы
получили новые первые серебряные юниты. И тем самым продолжаем, так сказать, развиваться. Ну что ж, спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. С вами был Олег Огненный. До скорых встреч. Пока-пока.